Так, вот в такой коробке пришел фонарик. Скорее всего, для загородных отдыхов. Так, в комплекте был переходник, так как шнур зарядки у нас под не нашу вилку. Так, ну переходничок нормально. Так. Теперь фонарик. Упаковку я уже снял. Все было защищено пленкой. Сверху у нас солнечная батарея. Как бы даже работает. Если видно, что светодиод загорается и гаснет, если закрыть ее. То есть какой-то заряд идет. Выключатель сбоку на ручке. Имеет три положения. Включение фонаря светит своеобразно. То есть нет такого равномерного распределения пятна. Так, и такой вот светильничек. И центральное положение, это у него выключено. Смотрим, что из себя представляет. Для этого достаточно открутить. Так, здесь у нас пластиковое стеклышко, так, отражатель, ну и светодиод похож на обычный, ну я не знаю, 1 или 3 ватный тут стоит, такие обычно лампочки стоят, но он немножко своеобразный. В обзоре я его сфотографировал в полный рост, так скажем, все будет видно. Так, имеется гнездо для подключения кабеля в 220 вольт для зарядки. Написано, что и 110 может. Сюда можно и больше, и меньше. Все равно драйвер балластный. Так, и гнездо для подключения 6-вольтовой зарядки. Кому как удобнее. Чтобы посмотреть, что внутри, надо еще кое-что открутить. Находится три самореза в ручке. Да, кстати, есть еще для подвеса ручка. Можно подвешивать куда-нибудь. Иногда бывает очень удобно. Так, и одна под наклеечкой. Ее прорываем. Тут спрятан еще один саморез. Наклеечку я тоже сфотографировал, она непростая, номерная. Зачем, не знаю. Так, вот так ручка. Значит, здесь у нас, опа, ручка отымается. Здесь у нас выключатель, переключатель, точнее. Так, дальше. Так, здесь уже 4 защелки по периметру. Их надо аккуратно нейтрализовать, очень аккуратно, так как пластик, который прозрачный, он очень слабый, в отличие от тех, которые имеют какую-то окраску. Опа, так. Вот так. Вот рассеиватель, колбачок. Здесь стоит обычный светодиод 5730 или 5630, их сложно отличить. Белый цвет свечения, всего 16 штук. Все тут просто, ничего умного не изобрели. Так, дальше вынимаем без всяких тут винтов, все держится за счет прижатия. Плата. Обычная балластная схема, конденсатор, выпрямители и, ну и электролитик. Все, ничего нет умного. Думал, что-то будет поинтереснее. Ну, тут вот и светодиодик подсветки. Аккумулятор обычный, кислотный, я так полагаю, я в этом уверен, елевый. 1500 миллиампер часов, ну, есть большие сомнения. Хотя, кто его знает? Вот как его проверять, стоит ли вообще? Вот такой вот фонарик. Все просто. Включаешь и работает. Или вот так. Слабое место.